Искандер Лерунович, добрый день. Добрый вечер, здравствуйте. Почему важна перепись населения? Именно она позволяет государству организовать планирование своей социальной, образовательной, национальной политики. И в свою очередь наше активное участие дает возможность и нам самим осознать те проблемы, которые существуют в России в плане демографическом, национальном, культурном, языковом. Как определиться с национальностью в смешанных браках? Здесь нет универсального решения. Думаю, что каждый человек сам для себя должен решить, в конце концов, кто он. Когда говорят, что есть такая двойная идентичность, мне всегда это очень смешно. Я считаю, что это как когнитивный диссонанс. Нельзя быть немножечко беременной, и поэтому нельзя быть какой-то двойной национальности. Мы знаем, что одна из граф – это родной язык, и всегда ли можно считать родным языком только тот, на котором разговариваешь? Действительно, язык родной прививался с детства в семье, то сейчас это, конечно, стало гораздо сложнее. Общество слишком урбанизировано. Все эти проблемы, тем не менее, заставляет более пристально вглядываться в себя и думать о том, что родной язык – это не просто язык, на котором ты постоянно говоришь, но это язык твоих предков, твоей нации, и очень важно как раз правильно определиться с этим вопросом. На ваш взгляд, кто это современный татарин? Я думаю, что современный человек должен очень быть хорошо образованным, заниматься своим делом, но при этом понимать, что он одно из звеньев в длинной цепи поколений, что он осознает свое наследие и понимает, что это наследие он должен передать будущим поколениям. Искандер Лерунович, спасибо вам большое за ответы. До свидания, спасибо вам. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.